Тем, у кого только появился новорожденный, в Тверской области дарят подарочные наборы. Около 40 тысяч больших коробок самым необходимым было выдано родителям за более чем 4 года. Напомним, что эта мера поддержки была введена в 2019 году по инициативе главы региона Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография». Мы напомним нашим телезрителям, что входит в этот подарочный набор, а также где его можно получить. Каждый год в Тверской области растет количество многодетных семей. На сегодняшний день их почти 15 тысяч. Это почти вдвое больше, чем 10 годами ранее. Такая динамика отмечается, в частности, благодаря мерам поддержки, действующим в Верхневолжье. Надо отметить, что внимание уделяется всем семьям с детьми. Более 50 мер поддержки и федеральных, и региональных. И из этих 50 около 30 мер поддержки – это региональные меры, принятые постановлением правительства Тверской области. Ну и практически всеми мерами пользуются многодетные семьи. Среди мер поддержки для многодетных семей самая популярная, конечно, сертификат на покупку автомобиля и региональный материнский капитал. А для тех, у кого нет такого статуса, выплаты на погашение ипотеки. А вот подарочный набор для новорожденных полагается абсолютно всем родившимся малышам на территории региона. В брендированной синей коробке собраны предметы первой необходимости для ребенка. Мера поддержки действует с 2019 года. С этого времени уже было выдано более 39 330 подарочных наборов. А сейчас этот подарочный набор состоит из 70 предметов. Это один из самых больших действительно подарочных наборов для новорожденных в Центральном федеральном округе. Он составлялся с учетом мнения граждан. Вопросы проводились как в социальных сетях, так и проводились непосредственно беседы с представителями родительского сообщества. Состав подарка менялся на протяжении всех лет. Он стал больше на целых 10 предметов. Крайний раз коррективы вносились в 2023 году. На сегодняшний день там есть одежда для новорожденных на разный возраст, пеленки, памперсы. Недавно появился коврик для пеленания, термосумка и даже книжка с детскими стихами тверских поэтов. Общая стоимость комплекта больше 16 тысяч рублей. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Подарочный набор выдается всем тем, кто рожает ребенка и регистрирует его на территории Тверской области. Это самое важное условие – регистрация в Тверской области. Этот набор выдается либо при регистрации в органах ЗАГС Тверской области, либо в МФЦ, также при регистрации ребенка. Также его можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр», в роддоме, если при медучреждении работает регистратор, а в областном дворце бракосочетания, кроме того, есть и торжественная выдача подарка. В специальном зале выдается свидетельство, подарок, а также можно сделать красивое фото на память. Предоставляется подарочная коробка в срок до достижения ребенка возраста 3 месяцев.